Такое короткое видео о том, вот что не нужно вам, заявителям, делать, если вы хотите работать с иммиграционным агентом или юристом по вашему выбору, да, кого вы из них хотите нанять, чтобы вести ваше дело. Или обращайтесь за советом, возможно, платным, возможно, бесплатным. Что, например, меня всегда убивает, когда заявитель обращается с вопросом. Причем очень часто, если это короткий вопрос, а не консультация, я не беру за это оплату. Заявитель получает ответ на свой вопрос, а потом отвечает на этот ответ письмом там, или следующим сообщением, цитируя мне какую-то информацию из интернета. И пишет, а вот здесь вот так написано. Причем, спасибо, если он цитирует сайт Департамента иммиграции, это уже хорошо. Тоже, конечно, барахло, я объясню почему. Но уже хорошо, если оттуда. Чаще всего заявитель может написать, а вот в интернете пишут то-то и то-то. Ну, друзья, ну, или, а говорят, где говорят. На заборе тоже много чего пишут и говорят. Но это не серьезно. Если вам нужна помощь, если я ее предоставил, значит, это мое профессиональное мнение. Вы мне или верите, или нет. Но вы не можете мне нарезать и бросать информацию, просто чтобы я ее комментировал. Я не буду этого делать даже за деньги. Даже если вы мой платный клиент, я не могу заниматься вместо того, чтобы работать с вами, комментированием слухов и того, что где написано. Это просто неправильно меня так использовать и мое время, мой профессионализм так использовать. Следовательно, вот мой совет со всем клиентам. Я люблю всегда быть максимально прямым и честным со своими клиентами. Друзья, если вы сомневаетесь в том, что говорит ваш агент, не нужно с ним работать. Вот если нет доверия, ничего не будет хорошего в этом сотрудничестве. У вас не должно быть сомнений в советах того, кому вы обращаетесь. Если есть сомнения, вам или нужно обращаться к другому человеку за помощью, или нужно делать это самостоятельно. Потому что самое главное в нашем профессиональном отношении к вам и в вашем профессиональном отношении к нам – это не портить друг другу жизнь. Когда мы не портим друг другу жизнь, мы более качественно выполняем свою работу для вас. Всегда для вас. Всегда. Я уверен, что любой иммиграционный агент, лоер или лоер, который хорошо делает свою работу, ночами не спит, а вас думает, и если там какие-то трудности с вашим кейсом, как это решить. Любой человек, который в профессии сознательно и совестно этим занимается, всегда будет о вас думать. Всегда, пока вам визу не выдадут. Желательно постоянно, чтобы на этом поставилась точка, и тогда этот слот в голове освобождается, и мы за вас больше не переживаем. Но в том динамично развивающемся иммиграционном праве, которое есть сейчас, мы пытаемся быть навигаторами как можно точно, настолько, насколько это возможно. Это колоссально сложная профессия в Австралии. Колоссально сложная профессия в ряду того, что есть масса изменений, которые, в курсе которых мы должны постоянно быть. Но неправильно, что, потому что я знаю, это не единичный случай, когда ко мне обращаются, и большинство моих клиентов адекватны, но есть ситуация, когда ко мне обращаются, я даю профессиональный совет, а потом мне высылают там пол письма, цитат там откуда-то, сборная солянка, вот того, что они нагуглили. Мне кажется странно ожидать, что вам будут комментировать то, что вы нагуглили. Если у вас есть сомнения по поводу ответа на вопрос моего профессионального совета, вам не нужно со мной работать. И не нужно работать ни с кем по поводу кого у вас есть сомнения. Я всегда говорю, есть мой YouTube-канал, на меня можно посмотреть, можно послушать, можно узнать отзывы обо мне, потому что есть много разных отзывов. Можно, я всегда записываю видео, можно понять, как строится мое профессиональное мнение, моя этика, моя логика, мое восприятие действительности. Это всегда можно понять. Если после этого вы мне не верите, значит, вам нужно найти кого-то другого. И это нормально. Это нормально, так устроены люди. Между мной и вами не должно быть сомнений. Если вы сомневаетесь или вы не доверяете, это не то сотрудничество, которое нужно мне, это не то сотрудничество, которое нужно вам.
Мы здесь для того, чтобы делать жизнь друг друга лучше, а не хуже. И я обещал, и вернусь к тому комментарию, почему сайт департамента для меня тоже не авторитет. На самом деле было очень много ситуаций, когда люди очень портили себе жизни и брали информацию с сайта департамента и подавали так, как там написано, подавали сами визы. Поймите, департамент не держит иммиграционных агентов или юристов, чтобы они сайт ему наполняли. Сайт наполняют обычные простые люди, которые не находятся в регистрируемой профессии, как агент или там лоер. Но не находятся. Они пытаются, все, что пытается сделать сайт департамента, это упростить закон. Закон написан очень сложно. Они пытаются описать им это простым языком, за что им спасибо, но когда вот они идут в этом процессе описывания чего-то простым языком, им приходится, чтобы вы поняли, о чем они говорят, чтобы не писать это юридическим сложным языком, им приходится где-то уголки срезать, иногда очень сильно, для того, чтобы было доступно. Время вот до создания такой доступности пропадает очень важная информация. Поэтому, к сожалению, департамента иммиграции сайт иногда содержит некорректную, неточную информацию. Происходило с клиентами очень много раз, когда они сталкивались с такой проблемой. Поэтому я всегда говорю, я знаю, что это очень частый ваш аргумент, а там так написано на сайте. Вы думаете, что вот так должно быть, как на сайте? Друзья, помимо сайта есть законодательство. Законодательство не публикуют на сайте, потому что для вас это будет слишком сложно. Для вас пытаются сделать доступным, как для потребителя. Плюс работаем с иммиграционным агентом, то, что у нас есть доступ к профессиональной библиотеке, иммиграционный акт, migration regulations, политика департамента. Это не публикует доступных источников, это платная литература, за которую мы платим, потому что мы умеем ее читать и читаем ее для вас, и интерпретируем тоже для вас и применяем в ваших делах. Вот поэтому, когда вы обращаетесь к нам, не удивляйтесь, что мы можем вам говорить что-то другое. Не считайте это критерием проверки нас. Да, что мы можем говорить что-то другое, чем на сайте департамента. Это нормально, если мы говорим что-то другое, чем на сайте департамента. Потому что мы всегда, те люди, которые хотят свою работу выполнять профессионально, мы всегда знаем больше. Поэтому мы в регистрируемой профессии здесь выполняем для вас эту работу, берем за нее деньги. Вот как-то так. Я думаю, что я очень доступно всем объяснил. Спасибо.